Всем, это Брикбой, и это мое первое видео. Оно будет как обзор на ладью. Ладья была собрана мною по виду ладьи с сайта Брикмания. И также я построил видеоход. Начнем мы с мини-фигурок. Первая мини-фигурка фашиста, командира, собранная мною, то есть это мой дизайн. Вторая обычного солдата. У ладьи также есть номер. И здесь есть сейчас что-то вроде башни, откуда ведется огонь. Собственно, вот этот человечек и есть, который ведет огонь. Также здесь садится пилот. Здесь же у меня катушка с рычагом, то есть опускаем рычаг, катушка разматывается и дверь открывается. Также закрываем, катушка наматывается и закрывается. Здесь я поставил подставку для ружья и еще с двух сторон подставки для автоматов. То есть внутри может поместиться как и машина или маленький танк, так и армия. Теперь о машине. Машина была собрана тоже по виду вездехода из сайта Брикмания. У него открываются двери, колеса крутятся, и сзади что-то типа места, откуда можно вести огонь. На этом все. Это был Брикбой. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если у вас есть предложение на обзор нового конструктора, пишите в комментариях. Пока!